Приветствую, приветствую всех, мои друзья. Вы на канале FrontBet. С вами, как всегда, его ведущий Макс. У меня для вас очередные прогнозики на Лигу наций УЕФА, друзья мои, на 7 июня в 21:45. Отличный матчик, по моему мнению, начинается игра Германия-Англия. Ставить мы будем с нашими друзьями, с нашими партнерами БК Мелбет. Крутую четверку у нас на фоне, да, толкают там в данный момент. Вот. Ставить будем с друзьями, с нашими партнерами БК Мелбет. При регистрации на ваш первый бонусный депозит упадет вам 19500. Всем советую забрать. Ссылочка и промокод в описании под этим видео. Также много интересной информации на крутые конторы и их бонусы. Кто еще не забрал, в закрепленном комментарии. Буду краток, друзья мои. Германия, Англия. Германия с Италией сыграла 1-1. Англия вчера, то есть 4 числа, я записываю 5 видео, это 4 числа, Англия проиграла. Вообще непонятно, непонятной сборной. Все ожидали от Англии большего. Мы с вами брали 2 гола минимум от Англии, но увы. Я не помню, кто там в Венгрии или кто там в Болгарии. Ну, короче, кто-то непонятный под конец второго тайма забил им гол. И они, что они там, ничего не смогли сделать, да? Ну, мы в лайве, в телеграм-канале ловили гол. Нормальные коэффициенты, конечно, ожидали от Англии гол. Но мы ставили общий тотал матча 0.5-1 больше. И вот Англия пропустила тот самый злосчастный для себя гол. Но мы все равно остались в плюсе. Так вот, друзья мои, я в этом матче все-таки вижу Германию более явным фаворитом. Так сказать, сборная Германии, мне кажется, в этом матче хотя бы не проиграет. Но на чистую победу Германии не стал я заходить, а зашел я с подстраховочкой. Фора 1-0 на Германию. То есть победа Германии с форой 0. Вот, коэффициентик 1,6. Больше мнений, больше прогнозов. Посмотрите нашу статистику у нас в телеграм-канале, в лайве. Вы просто сойдете с ума. Ссылочку оставлю в описании под этим видео. Обязательно подпишитесь на нашу телегу. Мы там просто уничтожаем конторы всяких разных типов и видов. Оставайтесь с нами, друзья мои.